Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И в этом видео мы хотим с вами провести практику. Это практика от завистников, от врагов, от недоброжелателей на работе. Каждый из нас работает и работает не сам, да, и когда это частник, это одно. Как правило, мы работаем в коллективах, да, где каждый человек — это индивидуальность, но в то же время все мы люди, и все мы имеем такие качества, как злость, как обида, как хотим иметь справедливость, и, возможно, кому-то мы даже мешаем, потому что кто-то умнее, кто-то быстрее и так далее. И поэтому сегодня мы с вами проведем практику, чтобы защитить себя от негатива. Итак, вам понадобится носовой платок, гребень и булавка. Вы можете взять вместо гребеня расческа, но это нужно все купить, чтобы это было новое. И вы купили себе булавку, купили себе носовой платок, расческу, и вам нужно положить дома на стол и сказать следующие слова. «Господи Боже мой, стою перед Тобой, прошу меня крепко хранить, оберегом этим оборонить, прошу святую рать меня от нечисти оберегать, Ивана Многострадальца, Ивана Богослова, Ивана Постителя, Ивана Крестителя, Ивана Безглавого, Михаила Архангела, Николая Чудотворца, Архангела Гавриила, Прасковью Великомученицу, Веру, Надежду, Любовь и Матушку их Софью. Встаю под вашу защиту, чтобы вы меня обороняли. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». И вот эти три вещички, которые вы заговорили, слова практики, друзья, произносим три раза на эти три вещички. И вот эти вещи мы всегда носим при себе, никому не показываем и тем более не рассказываем о том, что у вас есть такие вещички. Желательно даже купить маленькую какую-то сумочку, косметичку, где сложить вот носовой платок, гребешок и булавку, и пусть они у вас будут всегда. Кроме того, буквально вот раз в месяц, раз в два месяца вы можете повторять эту практику. Если вы видите, что у вас булавка почернела, или, например, вы видите, что у вас ваш носовой платок стал грязным, ну, по какой-либо причине, или вы видите вообще какие-то другие, ну, вот что-то не так, то в таком случае вы что можете сделать? Вы это должны спалить. На крайний случай закопать где-то так, чтобы меньше кто видел, поблагодарить за службу и провести новую практику вот от ваших завистников и недоброжелателей на работе. Может быть, еще такая ситуация, что вас могут это украсть. Знаете, это высшие силы забрали, и через эти вещи они, то есть эти вещи получили в первую очередь удар от ваших недоброжелателей.